Маміна вясна. Другі раз у Беларусі праходзіць дабрачынная акцыя, прысвечаная міжнароднаму жаночаму дню. Яе галоўныя ўдзельніцы – мамы, якія выхоўваюць неданошаных дзяцей з асаблівасцямі развіцця. За ператварэннем адной з гераінь назірала Ганна Каральчук. 5 гадоў таму у гамяльчанкі Марыны Бруянковай нарадзіўся доўгачаканы першынец – сын Серафім. Хлопчык з'явіўся на свет раней за тэрмін, што выклікала шмат праблем са здароўем і перанесеных аперацый. Аднак яго мама не страціла надзеі. Из усіх сіл падтрымлівае сына, развівае яго таленты, а таксама падарыла яму надзейную сяброўку, малодшую сястру Дар'ю. Серафім ее каждый день принцесска моя, Дашенька, любимица она тоже. Если даже спрашивают, где обиделась, кого ты любишь, маму, папу, обиделась, а Серафимку люблю. Серафимка это все. Его обожают везде и все. Наверное, будет музыкантом, не знаем, стараемся. Поет, слушает. Музыка – это наша. Калі Марыну запрасілі прыняць удзел у акцыі «Маміна вясна», яна адразу пагадзілася. У маці двух дзяцей часу на сябе не заўсёды хапае. Таму гэта яшчэ магчымасць крыху адпачыць. Каб падрыхтаваць жанчыну да фотасесіі, у салоне прыгажосці ёй падабралі новы вобраз. Змянілі прычоску, зрабілі укладку, макіяж, манікюр. Пасля стыліст падабрала для Марыны 3 камплекты адзення – спартыўны, паўсядзённы і вячэрні. Майстры ўпэўнены, што знешняе ператварэнне абавязкова запусціць і ўнутранае абнаўленне гераіні. Первое, то, что мы ее сделали в стрижку, да, это первое, понарисовали брови, это очень важно. Плюс, кроме того, что она поучаствовала в этом преображении, она еще поучаствовала в нашей академии. Она немножко продефилировала, научилась фотопозировать, и, конечно, узнала немножко азы макияжа. Вот, ну, такое все, что касается для женщин. И кроме этого, того, что для женщины важно, это ребенок. Поэтому наши психологи поработали с ее ребенком, ну и, соответственно, самой женщиной. У подарунок Марына атрымала фотосессию и 1 з камплектаў одзення. Организатор акции «Громадское объединение Рана» таким чином хоча притягнуть увагу до проблемы дочасных родов. Штогод у Беларуси нараджается 4,5 тысячи недоношенных детей. Гэта не присуд. Дякуючи врачам и маминому клопоту, с узростом многие дети переодольвают проблемы. Однако на гэтым непростым шляху подтрымка потребуется не только малым, але и их мамам. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».